Привет всем, друзья! Сегодня будем делать классную крутую самоделку для людей, страдающих суставами. Нам понадобятся простые детали от велосипеда, ржавая труба. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Для начала зачищу трубу. Буду использовать металлическую насадку на дрель. Теперь по размеру отпилю одну большую часть и две маленьких. Теперь надо вот эту большую трубу нам согнуть. Буду делать надпилы и гнуть. Вот такая самоделка своими руками получается. Это из серии «Сделай сам». Сейчас приступаем к сварочным работам. Теперь от велосипеда сверху вот здесь приварю вот эту запчасть. Теперь болгаркой вот такой зачищу все острые углы. Теперь самоделку надо покрасить, чтобы красиво выглядело. Буду использовать я краску по ржавчине. Приступаю к сборке. Сейчас помажем солидольчиком. Солидол хорошая вещь. С двух сторон. Наворачиваю гайку вот эту.
В этом видео я показал, как сделать велотренажер для людей больными с суставами. Для чего это надо, рассказываю. В итоге тренажер получился маленький, негабаритный такой большой. Поставить его где угодно можно, так как у людей мало места у многих в квартирах. В итоге можно сесть на стульчик, чтобы удобно было. В данный момент я буду использовать табуретку. Ноги ставим на тренажер и занимаемся, ну, кто кому удобно, как подвинуться поближе, подальше, круговыми движениями. Это прописывают доктора. В итоге получается вся нагрузка на пятую точку. У нас суставы работают. Вырабатывают жидкость, необходимую для суставов, чтобы не было отечности и всяких разных воспалительных процессов. Это очень необходимый тренажер. Я, в принципе, делал его себе, но так как у моей мамы тоже проблемы со здоровьем, придется ей отдать, пожертвовать как бы. Ну, ничего страшного, это маме, а себе я как бы сделаю другой. Друзья, кому такой тренажер был полезен, обязательно оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно это сделайте. Всем удачи, пока!